стало известно, что в Беларуси, а также в России будут продавать иранские автомобили Сайпа. Еще 25 января 2023 года заключен дистрибуторский контракт со вторым по величине заводом Ирана, Сайпа. И примерно через 3 месяца автомобили появятся в России и Беларуси. Известно, что дистрибутор собирается привезти в Беларусь и Россию сразу 3 модели Сайпа, хэтчбэк Квик, и седаны Сайна, и Шехан. Сайпа Квик – это аналог хэтчбэка Лада Гранта. Автомобиль комплектуется бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 87 лошадиных сил, и вариатором. Сайпа Сайна, по сути, это аналог седана Лада Гранта. Под капотом – двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 литра, мощностью 87 лошадиных сил, работающий в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым вариатором. По сравнению с Лада Гранта у Сайпа Сайна просто роскошное оснащение, есть ABS и EED, цифровая приборная панель, климат-контроль как опция, парктроник. Сайпа Шехан – самая уже современная модель, которая выпускается с 2020 года. Он построен на платформе Toyota B, которая использовалась при разработке хэтчбека Toyota Yaris второго поколения и некоторых других компакт-каров японского бренда. Это уже своеобразный аналог Lada Vesta, Volkswagen Polo, Kia Rio. Под капотом – бензиновый турбированный двигатель, объемом 1,5 литра мощностью 110 лошадиных сил, сочетается он с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Среди опций у Сайпа Шехан есть 2 подушки безопасности, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, парктроники, ABS и обогрев зеркал. Цены на Сайпа Шехан в Иране в пересчете по курсу начинаются примерно от 750 тысяч рублей. Стало быть, в России эту модель вполне могли бы оценить примерно в 1 миллион, 1 миллион 300 тысяч рублей.